Евтушенко. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные, не те. Со мной вот что происходит. Совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нежных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих сердец соединенность и разобщенность близких душ. Не понимаю, что со мной сталось? Усталость? Может, и усталость. Расстраиваюсь быстро и грустнею. Когда краснеть бы нечего, краснею. А вот со мной недавно было в ГУМе. Да, в ГУМе, в мерном рокоте и гуле. Там продавщица с завитками хилыми, руками неумелыми и милыми, мне шею обернула сантиметром. Я раньше был не склонен к сантиментам. А тут гляжу, и сердце болью жалость. И жалость, понимаете вы, жалость к ее усталым, чистеньким рукам, к халатику и хилым цветкам. Вот книга. Я прочесть ее решаю. Глава, ну так, обычная глава. Я не могу прочесть ее. Мешают слезами засоленные глаза. Я все с собой на свете перепутал. Таюсь, боюсь искусства, как огня. Видение Малопаги, Пирогюнта, мне кажется, все это про меня. А мне бубнят, и нету с этим сладу, что я плохой, что с жизнью связан слабо. Но если столько связано со мною, я что-то значу, видимо, и стою. А если ничего со мной не значу, то от чего же мучаюсь и плачу? Не разглядывать в лупу эту мелочь и ту, как по летнему лугу я по жизни иду. Настежь ворот рубашки и в тревожных руках все недели ромашки о семи лепестках. Ветер сушит мне губы, я к ромашкам жесток. Замирающе любит, говорит лепесток. Люди, слышите, люди, я счастливый какой. Но спокойно, не любит, возражает другой. Боюсь не справиться с лицом, когда тебя увижу где-то. И завершится все концом, в котором больше нет секрета. Боюсь не справиться с душой, боюсь не справиться и с телом. Чтоб над тобой и надо мной не наругались миром целым. Боюсь, не знаю от чего, тебя, как тайного богатства. Боюсь и более всего его пропажи не бояться. Сказка о русской игрушке. По разграбленным селам шла орда на рысях, приторочивши к седлам русокосый ясак. Как под темной водою молодая ветла, Русь была под ордою, Русь почти не была. Но однажды, как будто все колчаны без стрел, удалившись в юрту, хан Батый захмурел. От бараньего сала, от лоснящихся жен что-то в нем угасало. Это чувствовал он. И со взглядом потухшим он сидел одинок на софьянных подушках, сжавшись, будто хорек. Хан сопел исступленно, скукотою томясь, и бродяжку с торбенкой вел угодник толмач. В горсть набравшую рюка, колыхнув животом, кто такой? Хан угрюмо ткнул в бродяжку перстом. Тот вздохнул. Божья матерь, то Батый, то князья, дел игрушечных мастер, Ванька Сидоров я. Из холстин дыроватых, с той торгенки своей, стал вынать деревянных медведей и курей, и в руках баловался потешатель сердец с шебутной балалайкой, скоморох дергунец. Но в игрушки вникая, умудренный как змей, на матрешек внимания обратил хан Батый. И с тоской первобытной
Хан подумал в тот миг, сколько здесь перебил, а постичь не постиг. Мужичках скоморожьих, простоватых на вид, как матрешка в матрешке, тайна в тайне сидит. Озираясь трусливо, буркнул хан толмачу: «Все игрушки тоскливы, посмешнее хочу». И добавил, икнувши: «Перстень дам и коня, но чтоб эта игрушка просветлила меня». Думал Ванька про волю, про судьбу, про свою, и кивнул головою: «Сочиню, просветлю». Шмыгал носом он грустно, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку, Ванькой Станькой нарек. На кошме некичливо стал простецкий, не злой, но дразняще кочливый мужичок удалой. Хан прижал его пальцем и ладонью помог. Ванька-Станька попался, Ванька-Станька прилег. Хан свой палец одернул, но силен хоть и мал, Ванька-Станька задорно снова на ноги встал. Хан игрушку с размаха вмял в кошму сапогом и, знобея от страха, заклинал шепотком. Хан сапог отодвинул, но, держась за бока, Ванька-Встанька вдруг вынырнул из-под носка. Хана страхом шатало, и велел он скорей от Руси, от шайтана повернуть всех коней. И теперь уж отмаясь, положенный в повал, Ванька Сидоров мастер у дороги лежал. Он лежал, отсыпался, руки белые врозь,